В Одинцовском округе завершается первый этап обработки муниципальных земельных участков и земель, собственность на которые не разграничена. От борщевика Сосновского. Обработка пораженной территории проходит в три этапа. Первый стартовал 12 мая. Второй этап уничтожения опасного сорняка проведут с 10 июня по 10 июля, а с 10 июля по 10 августа – третий. Напомним, борщевик Сосновского – это растение, полное истребление которого требует многократной обработки одного и того же участка поражения.